Мы ждем, когда ее милиция будет. У дома одной из участниц жестокой расправы над котенком целая толпа детей. Они ждут наказания для девочек, которые в прямом эфире одной из социальных сетей транслировали, как швыряют окровавленное животное об стену до тех пор, пока оно не потеряло сознание. Прорваться в подъезд нашей съемочной группе удается не сразу. Мать порядочная женщина, не пьющая, работает, мать-одиночка, грубо говоря. С двумя детьми. Вот девочку подговорили, вы ее сразу в черный список вписываете. Ребенок нормальный абсолютно. Я ничего не могу сказать против них плохого. Я вообще в шоке, то, что могло что-то такое просто. Я не верю, что этот ребенок мог в адекватном состоянии что-то вообще в принципе сделать. Что-то должно было... Какая-то причина должна быть этому. Циничность ситуации в том, что дети намеренно транслировали свои действия в открытом доступе для широкой аудитории. Взять расследование этой истории под контроль поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ходе процессуальной проверки следствию предстоит дать оценку действиям должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, а также проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей. Зачастую, если не пресечь действия подростков по жестокому обращению животных в младшем возрасте, то вполне возможно, что они могут далее совершать более тяжкие преступления. Однако у этой истории появилось неожиданное продолжение. После публикации видео в сети жители Кинеля нашли котенка живым. Оказалось, что измученных животных на месте было больше. На окне второго этажа. А вот там рыжее существо лежит. Сидит котенок, мяукает. Мы к нему подошли и увидели на морде кровь. И поняли, то, что это тот котенок, которого избивали. В этом углу был кот. Мертвый. У него был распорен живот, и из живота торчала кишка. Вот на этом месте мы нашли котенка. Сидел он здесь, на краю кирпичей. Мы его взяли, положили в коробку. И потом отнесли к Виталию. Виталий – это местный житель. У него сейчас находится котенок. Нашли непосредственно ребята, а я уже просто свозил его к ветеринару. Ветеринар его посмотрел. Она сказала, что переломов нет. Вот сделала ему укольчики и сказала покой, то есть не трогать, не беспокоить, не трогал, не беспокоил, вот он отоспался, поспал, вот, пожалуйста, с котом все отлично, умывается, кушает, веселый, мурлычет и очень рад гостям, вот. Мальчишкам, какие его спасли. Имя чудом выжившему котенку пока не дали. Маленькое животное приходит в себя и демонстрирует чудеса доверия и доброты, которым могли бы поучиться многие люди.